Ровно через 5 минут я удаляю нашу беседу из сообщества. Напоминаю, телефоны с собой брать запрещено. Вещи, помимо тех, что используете ежедневно, брать запрещено. Говорить кому-то о наших планах запрещено. Берите с собой только наличные деньги. Место и время встречи вы все знаете. А теперь те, кто точно подтверждает свое участие, просто пишут «да». Женька, ты сколько там еще будешь торчать? Еву купать надо. Собралась и к мамаше свалила. Рот да стой! Не ори! Надоело орать уже! Каждый вечер орешь, тупая! Заткнись! Немедленно сотри всю косметику. Ты выглядишь как кукла. Полная безвкусица. Мы едем в театр. Не на танцы в сельский клуб, а в театр. Мирослава, ты слышишь меня? Голову не поворачивай, покупаешь билет в одной дистанции. А где все? Все уже купили. Лиза, помнишь, в вагоне ни с кем не разговариваешь. Так, быстрее идите. Вроде никого. Идем быстро. Максим, там, кажется, кто-то есть. Нет тут никого. Это заброшка. Взял? Ты можешь потише? Помогите! Пятизвездочную. Что же делом сделать?
куда пошел? Мусор надо выбросить. Нам нельзя выходить, нас спалят. А если надо? Потерпишь, вон, ведерко потом поставим. Какое ведерко? Ты серьезно, что ли? А вы что думали, вы будете по улицам шататься, внимание привлекать? Дом заброшенный, ни души вокруг. Ты в этом уверен? Олесь, что он вообще такое говорит? По сути, он прав, иначе какой смысл нашей затеи? Да, видимо, мы не совсем понимали, как это будет. Нам нужно все обсудить. Вот как и договаривались. Ну вот. Ребят, давайте договоримся о правилах, которые никто не будет нарушать. Первое правило – не шуметь, не выходить из помещения днем и не привлекать себе какого-либо внимания. Это бред. Мы не сможем постоянно тут сидеть. А ты можешь в первый же день спалиться. У нас ведь нет интернета, чем мы вообще тут будем заниматься? Мы же договаривались взять игры. Я монополию взял. Я домино и карты. Что если я не умею во все это играть? Не волнуйся, научим. Вот и отлично. Правило второе. Не разводить костров и не зажигать свет ночью. Почему, блин? Это внимание привлечет. Будем в полутемноте сидеть? Спать будем раньше ложиться. Ребят, в общем, я не уверена, что смогу. Давайте я просто домой поеду. Ты что, сдурела? Ну я никому не расскажу, где вы. Да, ребят, знаете, я тоже с ней поеду, а то мама уже волнуется. Девочки, мы уже 100 раз-то обсуждали. Если вы уйдете, вы подведете всех нас. Правило номер 3. Если все будут за, мы сворачиваемся и уходим отсюда. Давайте прямо сейчас проголосуем. Да, давайте голосовать. Кто за то, чтобы ехать домой? Кто против? Вы в меньшинстве. Девочки, это минутная слабость. Если вы немножко подумаете, вы поймете, что поступаете правильно. Выдержать характер – наша единственная возможность. А для поддержания силы духа предлагаю сожрать шоколадку. О, давай. Сколько уже времени? 7:30. Шло 4 часа. Кажется, целую вечность. Ваши уже, наверное, сполошились. Мои вряд ли. Я поздно прихожу в школу. 9:10. Мать, поди сериал смотрит. А куры, извини, уже жрать хотят. Мама встанет и накормит. Интересно. Инна уже сообщила родителям. Че еще за Инна? Моя няня. Гувернантка. Ишь ты. А моя мама еще с работы не пришла. Наша тоже, наверное, еще не дома. Да, наша тоже на работе. Интересно. Когда меня кинется? Блин, а жалко, что мы не можем посмотреть, чем они сейчас занимаются. Как они нас ищут? Ага. Да, было бы классно. Бля, если кто-то в полицию обратится. Ну, конечно, обратятся. А подождите, а нам же за это ничего не будет? Скорее, им будет, что нас довели до этого. Ну, по сути, мы несовершеннолетние. Ну, поругают, да, оставим. Давайте дальше играть. Давай все, что мы повеселее. Давай, еще раз попробуй. Блин, да что ты там написал-то, я уже мозги свернул. Да, и он тоже свернул мозги на своей теории относительности. Что ты меня опять путаешь-то? Давай задавай вопрос. Я лысый? Шаги. Может, ветер? Или мыши? Мыши? Тише мыши, кот на крыше. Он все видит, он все слышит. Ты чего? Да просто вспомнилась. Мама в детстве часто читала перед сном. А, да, давайте уже спать ложиться. День был трудный, всем нужно отдохнуть. О, откуда ты знаешь имя моего поросенка? Интересно, что родители сейчас делают. Не знаю. Точно не нас ищут. А я думаю, ищут. А с кем Ева сейчас? Давай спать. Давай.
Можно я с тобой лягу? Куда? Тут места нету. Двинешься? Куда? Не видишь, плачет. Куда я подвинусь? Туда. Все-таки тебе правда нравится нянчиться. Спасибо, Женечка. Спи уже. Одна боюсь. Сходи со мной. Ладно, пошли. Здесь целый пакет печенья лежал. Кто сожрал? Кто-то ночью встал и сожрал все печенье. Да что началось-то? Ты что ли? Че сразу я, может, колхозник? Слышь, ты сейчас за колхозником не ответишь, очкарик! Быстро успокойтесь! Успокоиться? Капец! Да у нас тут крыса завелась! Тут что ли? Я не хочу идти спать! Ребят, тут кто-то был ночью. Теперь точно услышим, если кто-то зайдет. Может, это все-таки кто-то из наших выходил? Никто не вставал. Я почти всю ночь не спала. Пойдемте, проведем допрос и ревизию. Значит, никто не признается. В итоге пропало печенье, сок и две шоколадки. Все, что на столе оставляли. То есть кто-то пришел и взял, пока мы спали? Неверный бомж какой-то. Он мог нас убить! Если только запахом. Блин, вдруг это его дом? Короче, нам надо назначить график охраны по ночам. Ну, видимо, да. Я первый, потом Рома, ты, Андрей, последний. А почему? Девочки не дежурят? Да, почему? Лучше будет по двое. Один уснул, второго заменил. Ну и делитесь тогда сами. Нормально, поделил. Просто каждому мальчику добавим девочку. Окей, я с Максимом, Женя с Ромой и Мирослав с Андреем. Почему с Андреем? А я почему не дежурю? Ты же уходить собралась. Вы что думаете, я сбегу? Ну а кто тебя знает? Отстаньте от девочки. Не хочешь, вместо меня будешь? Ой, нет, дежурить с ней я не собираюсь. Сопли, что ли, всю ночь вытирать? Я не блазна. Что ты к ней пристал? Да не пристаю я к ней. Она же маленькая. Ее никто не заставлял с нами идти. Стоп, хватит! Вы забыли, где мы? Хотите обратно к родителям поехать? А еще что-то есть? Это же я просила. Дай тебе, дам. Дай мне. Ребят, ну, так дело не пойдет. Такими темпами нам не хватит на 7 дней. Еду нужно как-то распределять. Это точно. Надо просто сходить и купить магазин. А у тебя денег много?
Отказались взять наличные. О, нифига себе! А если вкусняшек купим, давай проситься не будешь? Нет. А вы помните, что нам нельзя уходить? Ну, раз еды не хватает. Ты же говорила, тебе вряд ли до выходных хватится. Ну, говорила, но как я пакеты попру сама? Ну, я могу помочь. Я справлюсь и подожду. Пойди из магаза как-нибудь вынесешь. Пойдем. Оставляй тут свет. Капец, давай передохнем. А говорил, мало взяла. Ну, давай. Продавщица не видела. Думаю, запомнила. Вряд ли. Продавщицам обычно пофиг на всех. Ничего ж не спрашивала. Нет, но точно поняла, что я не местная. Ну и чё, тут станция рядом. Ладно, что сделано, то сделано. Все равно никто не ищет. Реально, а круто бы посмотреть, что там родители делают. Секреты хранить умеешь? Ну что, девчонка, что ли? Ну что, сама же всех пугала, что вычислит. Это левый телефон, и симка левая. В переходе, что ли, купила? Ну да. Ну, давай посмотрим, как родители дела. Только никому ни слова. Эй, в соцсетях? Алис, ну скажи честно, ты деньги у родителей из заначки стырила? Из заначки? Ну, копили, поди на что-нибудь, на телек новый. Нет, я из карманных денег взяла. Из твоих, что ли? Офигеть, а сколько тебе дают на карманные? Ну, какая разница? Ну, интересно просто. Ну, 5, иногда 10 тысяч. Нормально. В месяц? Неделю. Да ты врешь. Зачем мне врать? Перестаньте, а? Ну, реально, не может же быть. Почему не можешь? Что такого? Ничего, кроме того, что стоим в заброшке дочь олигархов. И ты сбежала из дома при таком бабле. А что, в деньгах, что ли, счастье? Вот именно, дебилы. Слышь, я тебя обзывал. Настя, вы дебилы. Сама дура. Нищеброд. Вся гламурная. Я тупая. Хватит орать. Ура, наконец-то. Ну, что ты корёте? Вас за километр слышно. А Андрей где? Куда ты подевался? Это уже реально не смешно. Ты нытик, что ли? Я сразу знала, что он нытик. Алло, Андрей. Ну, алло, харе прикалываться. Может, он здесь? Сюда не заходим. Что нам делать теперь? Не выйдешь, лох! Нет его нигде! Не мог же он выйти, пятаж за минуту была. Ну, может, он спрятался. Мы все проверили. Мистика. Мне кажется, или я слышу крик. Собралась. Закрой мамашек своей, поедешь сам! Не ори! Надоело орать уже! Кто вы? Как вы сюда попали? Наконец-то кто-то пришел. Кто это кричит? Андрей! Никто не кричит! Успокойтесь вы! Ребят, давайте уйдем! Лиза, успокойся! Сообщение? У кого телефон? У нее. Это же нечестно. Ребят, я вам все объясню. То есть нам запретила, а сама... Ну, ты не мой. А чей? Скажи уже. Оп. Быстрее.
первый пошел. От кого это? Что это значит? Офигеть. А это что значит? Это я. Это я. Что за фигня? Это же наше фото. Мы тут спим. Ты ничего не хочешь нам объяснить? В общем, когда я искала, куда нам сбежать, я познакомилась с модератором группы «Заброшки Новосибирска». Он и предложил мне этот дом. Он показал, как сюда добраться, и сказал, что за фото людей в этом доме готов дать 20 тысяч. Что? Такое бабло за простые фотки? Он сказал, это для каких-то иностранных сайтов, для любителей заброшек. Продала нас, значит? Я подумала, что такого. Ты понимаешь, что он псих? Ты даже маньяк! Ну я же не знала этого. Да я сама боюсь. Травил нас фигню какую-то и боится теперь. Давайте просто уйдем отсюда. Да, вот честно, поиграли и хватит. И в полицию надо заявить. Давайте. Я не против, но... Как же Андрей? Сейчас мы его найдем. Лиза и Мирослава, сидите тут. Пошли. Куда? Обыскали уже все. Если внизу его нет, значит он где-то наверху засел. Ребят, мы должны это сделать. Пошли! Не бойтесь. Все маньяки на самом деле трусы. Я бы не была так уверена. Надеюсь, что ничего Андрей не сделал. Пусть только попробует сразу гребет, урод. Изнутри заперто. Там маньячина засел, ломать надо. У меня есть с оружием. Главное не трусить и все на него напасть. Медленней. Капюшон сними. Сидишь за нами, урод. Ты кто такой? Форест. Кто? Ты Форест? Да, ты же знаешь меня. Ребята, не бейте. Ты куда Андрюху дел? Это не я. Вы не понимаете. Ну, может, тогда объяснишь? Честно, я был вынужден. Меня заставили. Папа, мама. Это же он, Андрей. Да, прямо здесь, за стенкой. Ребята услышат, они сейчас придут. Если не услышат, надо помочь ему. Не ходи, пожалуйста. Папа, мама, здесь страшно. Лиза, он из-за меня убежал, я должна помочь ему. Будь здесь. Лиза, сиди здесь, я быстро. Заберите меня отсюда, пожалуйста. Где ты здесь? Не ходи туда. Тихо. Давай, ребят, дождемся. Я только гляну. Мама, папа, я здесь совсем один. Андрей, ты тут? Помогите мне. Помогите мне. Это не он, не он, Мирослава. Андрей? Андрей, где ты? Кто тебя заставил? Это человек сейчас здесь, в доме? Это не человек. Ты что несешь, блин? Я тебя сейчас реально секу! Это проклятый дом. Я жил тут, когда был совсем маленький. Потом мы переехали. Зачем опять сюда вернулся? Еще и снова там, тут что-то нечисто. Ребят, Мирослава уходит из комнаты. Девочка, не надо этого делать! Бежи! Так тогда живо! Какого черта, где мы вообще оказались? Где Максим? Максим? Где он? Максим! Что произошло? Где Максим? Максим! Нам не выбраться отсюда. Призраки заберут нас всех.
комнате. Давно. А ты не видела девочку лет 10? Нет, только парень и девушка шли. Помогите! Помогите! Есть! Пойдем в дом посмотрим. Здесь. Как здесь можно жить вообще? Здесь есть кто? И здесь тоже никого нет. Где можно еще посмотреть? Можно в старой котельной. Пошли. Олеся, у тебя же есть мобила, давай звонить родителям. И в полицию. На связи нет. Как Максим мог пропасть и где он? Рассказывай все быстро. Ко мне во сне и не во сне пришла женщина, старуха. И сказала, что я должен в этот дом за моих детей. А то я, моя младшая сестренка и родители... Какая, блин, старуха! Да я не знаю. Она схватила меня за руку, а когда я проснулся, синяк остался. Дурдом! Надо делать что-то, выбираться отсюда. Тихо! Папа, мама. Где мы? Кто здесь? Они где-то здесь. Они как будто в параллельном мире. Они живы. Как освободить Форестер? Я думаю, что дело в истории этого дома. Я знаю. Тебя Лиза зовут. Мне кажется, мы с тобой похожи. Думаешь? Юля, а что с тобой случилось? Не хочу говорить. Родители за мной не досмотрели. Как не досмотрели? Я очень любила летом на речку бегать. Знаешь, купаешься, потом на солнышке греешься. И ты... Не говори! Молчи! В той квартире жила семья. Отец, мать и девочка Юля. Жили они не очень хорошо. Родители часто ругались. Им было не до воспитания девочки. Такое сплошь и рядом. Юля вечно торчала у речки. Приходила затемно. А однажды она не пришла. И родители тоже куда-то исчезли. Как исчезли? Да вот так! Приехала полиция, дверь вскрыли, а там никого. А потом в доме начало происходить странное. Я был маленький, точно не помню, но все говорили про какую-то нечистую силу. И ты, скотина, нас в этот дом затащил? Говорил же, ему угрожали. Вообще, помолчи, вы во всем виноваты. Когда я пропала, родители чуть с ума не сошли от горя. Они винили себя в том, что случилось. Что было дальше, я не знаю. Но теперь они ходят, как тени, и забирают детей. Они стали... призраками? Что-то вроде того. А ты? Что я? Ты можешь им сказать, чтобы они прекратили? А зачем? Я же теперь послушная девочка. Женя, успокойся, пожалуйста. Ты с ума сошла? Отстань от меня! Это все из-за них! Не бей меня! Не бей! Ты плохой человек. Мамочки! И ты плохой. Что ты наделала? Я говорила, что мы похожи, такие есть. Я тоже была непослушной, тоже сбегала из дома. Я больше
не буду. Я тоже много раз обещала и не сдерживала своих обещаний. Я все поняла. Я тоже буду послушной. Не верю. Ты должна быть наказана. Рома, не подходи. Прости. Я не знаю, что на меня нашло. Там выход, надо бежать! Рома, они этого и хотят! Не оставайся тут, больная! Не ходи! Что тебе от меня нужно? Твои родители любят тебя, балуют, покупают все самое лучшее, да? Покупают, но их никогда нет рядом, они не покупают, а откупаются. Ты злишься на них? Скажи честно, злишься? Да. И правильно. И ты хочешь их проучить? Хочу. Хотела. Ты хочешь заставить их прочувствовать тот самый момент, когда тебя вдруг не станет? Нет, я их люблю. Врёшь! Что вы с ними сделали? Говорите! Говорите, говорите. Кто вы такие? Вам что, детей не жалко? Жалко. Если вы так поступаете, что вы за родители? Родители. Забирайте меня! Только Лизу не трогайте! Иди. Куда? Спасти. Лизу. Юлю. Ты врешь! Если бы ты любила маму, папу... Я люблю! Если бы любила, не сбегала бы. Ты виновата, и я виновата. Это не родители, это ты! Что ты делаешь? Женя! Что, все-таки пришла? Я говорила тебе уходить. Не тронь ее! С какой-то стати! Она это заслужила. Отпусти Лизу! Забери меня! Женечка, не надо, убегай! Не уйдешь, значит? Все-таки нравится нянчиться с облюхами. Да, нравится. Пожалеешь. Это ужасно, что родители не уберегли тебя. Но ее я тебе не отдам. Она виновата. Ты виновата. Я виновата. Папа и мама простят нас. Нет. Простят. А я их нет. Они любят тебя. Любят. Я не верю. Они здесь, чтобы уберечь тебя. Не давать тебе делать зла. Оберегать. Любят. Все закончилось? Да, Лиза. А как же остальные? Они... Живы. Пошли их искать. Где мы? Что случилось? Что вообще происходит? Че это за сарай? Ребята! Мы живы, как же я рада! Ровно через 5 минут я удаляю нашу беседу из сообщества. Напоминаю, телефоны с собой брать запрещено. Вещи, помимо тех, что используете ежедневно, брать запрещено. Говорить кому-то о наших планах запрещено. Берите с собой только наличные деньги. Место и время встречи вы все знаете. А теперь те, кто точно подтверждает свое участие, просто пишут «да». Женька, ты сколько там еще будешь торчать? Где покупать надо? Не ори! Надоело орать! Каждый вечер орешь!
Лиз, все, не могу говорить. Слушайся Инну, до связи, до послезавтра. Все, пока. Немедленно сотри всю косметику. Ты выглядишь как кукла. Полная безвкусица. Мы едем в театр. Не на танцы в сельский клуб, а в театр. Мирослава, ты слышишь меня?